Да ты еблан, блядь. Дорогие девушки и женщины, в эфире первый в мире телеканал для женщин. Твою мать! Сегодня у нас на бабе композитор. Охуеть, и, к блядь! Не вводить ограничения скорости. 5.09. Я бы сказала, что прям намного немцы умнее нас, они осторожнее. Конечно, но у нас в стране хватает нормальных, адекватных, ответственных людей. Этот урод сидел в кадрах главкомата юго-западного направления. Потом этот главкомат переделали Министерство обороны Молдовы.